И всех снова приветствую в этой замечательной лагающей игре. Меня это очень бесит, что она лагает. Вот с такой графикой игра лагает. Замечательно, в пещерах. Просто великолепно. Я хочу сказать, что кодеры просто постарались на славу. Если геймдизайнер у этой игры отличный, то кодер говно. Полное говнище просто. Может заставить лагать все что угодно. Так, значит, квесты. А, ну это опасный, видите? Это 24 уровня как раз квест, и он опасный. А у меня еще и лагает. Марун Валей. Так. Ясно. Trial Aspiration. Мунг Хасоук. Что-то там. Broken Shield. Find the Broken Shield in Pergen Trail. Да. В общем. Давайте-ка мы отправимся, собственно, куда-то туда. Вот сюда, например. В хижину отшельника. Может, это лагало? Или нужно перезагружаться? Кстати, теперь же мы здесь можем получить вот это вот все. Кстати, вот здесь вот давайте пайквуд какой-то. Что тут у нас? Так, что тут у нас? Джинджер том салат. Ну не знаю, насколько это круто. Так или иначе, идем сюда. И тут вот задание. Привет. Это Фела. Добро пожаловать в дом отшельника. Привет. Ты послана миссис Саммерс, чтобы помочь нам с поломанным генератором. Мы, типа, обеспокоены. Да. Вижу, без этого генератора эта комната станет скоро очень холодной. И что с ним случилось? Я знаю, хорошо. Поэтому нам нужны некоторые материалы, чтобы починить эту штуку. И многие из них далеко отсюда. Первое – это refined metal, то есть очищенный металл. Здесь есть торговцы в Бергене, которые могут, собственно, очищать его из более дешевого металла и других вещей. Следующее, что нам нужно, металлические шестеренки из типа шахтного храма, храмовой шахты. И некоторые куски бергенского льда для охлаждения. Зачем им охлаждение? Они ж используют, чтобы подогревать свой дом. Не лучше ли тепло с генератора использовать как раз-таки
Для подогрева, а не для охлаждения. К тому же это получается, вам нужны целые поставки этого льда. Короче, какое-то говно они несут, типа. Выглядит логично, а ничего, что как бы, если этот лед для охлаждения, то его вам нужно не два куска, а, короче, вам нужно поставлять его периодически. И вообще, зачем вам охлаждать, если вы используете, собственно, тепло от генератора? Так, ты сможешь найти этот лед не так далеко отсюда. И, наконец-то, нам нужно некоторое топливо. Генератор работает на это айрит лампере, который растет только в Марун долине. А, да, это типа довольно много. Эти генераторы используют обычные костры. Ты добудешь все? Хорошо. Надеюсь увидеть тебя скоро. Прежде чем мы все замерзнем здесь или превратимся в лед, что-то такое. Пока. Так, о, hi there. Haven't gotten the materials yet. Вы уже добыли материалы? Так. Блин. Ну хорошо, чего-то не хватает, я так понял. Так, кстати, здесь нужно очистить. Здесь типа квест остался. Ну вроде бы. Кроме квестов мы же здесь все очистили, поэтому давайте. Эй. Блин. Оно не ставится. Так, нет, стойте. Плюсик давайте поставим. Типа здесь мы вроде бы почистили. Значит, пойдемте туда вниз. Что-то начинает лагать. Нужно, наверное, перезагрузить игру, но я все ленюсь. Я вообще тут уже психанул с этой игрой. Так. А, блин, отсюда не попадешь. Отсюда не попадешь. Frozen Cave. Нужно отсюда убежать. Ну или нужно было там, короче, перемещаться. Опять, блин, подлагивает. Ну, в общем, в ту замороженную пещеру я намного позже пойду. Вы же знаете, я рукожопый, криворукий. Поэтому мне такая фигня не подходит. Так. Ой, это я не могу отсюда завалить. Так, вот здесь вот где-то, по идее, эта пещера должна быть. Вот она. И вот тут аж золотой сундук, то есть не скоро мы его получим. И тут нужно вот так вот, да? Так. Так, а как нам сюда аж подняться? Вот, наверное, через вот эту вот фигню.
Так, вот сюда мы поднялись. Окей, окей. Так, раз, два. Сколько можно? И вот эта вот ледяная пещера. И тут, конечно же, лаги. Конечно же, тут лаги. Но я не могу, нужно сейчас делать все это. Пещерные лаги традиционные. Кстати, теперь мы тут еще и скользим. А вот и, собственно, датчик. Так, нет, здесь нужно надеть все-таки вместо Unsigned Sandals Ice Walker. Потому что вы же знаете, с моей криворукожопостью. Так. Так, вот он датчик. Теперь мы сможем вернуть его. Да. И теперь мы вернем этому чуваку его датчик. В будущем, естественно. Как туда попасть? Вот, попал, отлично. Еле допрыгнул. Ну да ладно. Значит, смотрим здесь. Что, Refined Metal, кстати, да, да. Ну и, в общем-то, все. Frozen Cave на этом закончился. Стоп. А здесь что? То есть здесь наоборот все понятно, что. Вот именно возле входа здесь почему-то лагает. Смотрите как. Не понимаю, почему так происходит. Но, блин, надо было между видео перезагрузить игру. Тогда, может быть, все исправилось бы. Но я лучше тогда, в общем, здесь. Минус одна проблема. Квесты. Refined Metal 6 из 7. О, так мы можем его типа сделать. Rising Pass 1. Значит, давайте перенесемся туда. Что-то че две музыки одновременно играет. Не понял. Непонятно, то ли это одна такая музыка. Уже я с ума схожу. Welcome back, Лия. С возвращением, Лия. Ты уже нашла всю информацию, что я запрашивал? Да. Чудесно. Спасибо тебе очень большое снова. Я серьезно. Я буду счастлив с моими результатами. Ха-ха-ха. А, плохие слова. Я имел в виду. Древние, конечно же, были бы счастливы. Возьми это. Это маленькая часть моей благодарности. 400 опыта, 2000 чего-то. Но 400 опыта это очень много убитых енотов, поэтому. Эй, Лия, спасибо тебе снова за помощь мне.
Я думаю, он, кстати, отсюда исчезнет и потом появится еще где-то. Ой, что-то я их почему-то тронул. Теперь будут проблемы. Огнем его. Огнем. Так. Смотрите, наш спутник что-то с этим бовиной делает. Очень странно. Так, перегрузка начинается. Ну да ладно. Значит, здесь мы разобрались с квестом. Что еще у нас с квестами? Крокус-покус. Дальше исследовать. Здесь это. Здесь это. Короче, нам нужно этого бревен этих найти. Но это так себе задание, конечно. Refined Metal. Это вот самое такое очевидное задание, которое я могу сейчас прямо пойти и сделать. Значит, идем сюда. Мы же знаем, где можно обменивать металл. Так. Refined Metal. Вот, Refined Metal. Все, возвращаемся в Hermit's House. Так, смотрите, как много здесь контента. Конечно, эта игра меня иногда бесит. Но, во-первых, у меня версия 1.0, то есть сейчас версия 1.2 уже, наверное, там пофиксили все эти баги с глюками и так далее. Ну и во-вторых, ну это стоит того. Смотрите, сколько квестов, сколько персонажей. Все бы это еще на русском было бы вообще офигенно. Привет. А, это ты. И судя по виду твоего лица, я думаю, ты нашла все вещи, которые нам нужны для починки. Да. Замечательно. Сейчас я собираюсь просто использовать это для того, чтобы починить набор. А, для того, чтобы сделать набор для починки, в котором есть все, что вам нужно. Дай мне секунду. Все, что нам нужно или вам нужно, не знаю. И это оно. Возьми это. И иди через дверь сзади меня. И просто используй это на генераторе в подвале. Чувствую, там какой-то подвох, иначе бы нам не говорили этого делать. Отлично. Но тебе нужно еще пройти сквозь некоторые защитные барьеры, которые включились через некоторое время после того, как генератор испортился. Так может, он не сам испортился, может, его испортили. Откуда вы знаете? А, ну типа мы собрали все вещи вообще, которые могут быть нужны для починки. Не спрашивай меня, какая сила и почему они защищают, типа, поврежденный генератор. Отшельник, у отшельника были некоторые сумасшедшие идеи по поводу дизайна интерьера раньше, ну в прошлом, когда, видимо, здесь какой-то действительно отшельник жил. Так, ну нам нужно засейвиться, скорее всего. Уже 24 еще. Думаю, уже 25 уровень у нас. Так. Я могу вообще, блин, сюда зайти?
Постоянно прыгаю там. Ух, ни хрена себе. Это генератор, да? Дай угадаю, я это не могу уничтожить. Окей. Я надеюсь, вы снова не будете расти. Они растут снова. Жесть. Так. Блин. Не знаю, может быть, что-то другое отключить сначала. Так. Так. Так, 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 так. Ну блин, ну как? Ну как? А, как же меня это бесит. Как эти поля вообще отключить? Блин. Вот надо сначала вот эти вот поля отключить. Непонятно, короче. Как же вы меня бесите.
И что это нам дало? Один сделали. Что за бред? Как же мне это сделать? Так. Ну реально, эти поля, они какие-то сумасшедшие. Так. Не знаю. Так, а что если вот так? Вот так не получится. Нам нужно, чтобы оно как-то... Нет, это не то. Так. Ну это понятно, это мы сделали. В общем, я не знаю. Я не... А, вот здесь, вот тут, вот здесь, вот. Я знаю, как, мне кажется. Вот так вот надо стать, и вот так вот. Как-то... А, стойте. Стойте, а что если вот так вот как-то сделать? Ну нет, это не то. А откуда оно должно отразиться? Но это оно залетает туда, допустим.
Во! Стойте, стойте, стойте. Там было вот это вот. Помните? Во! Угу. Бесит, 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 так. Так. Там же ж была какая-то фигня. Нет, какая-то хрень полная. Показывает вроде бы туда куда-то отправляется. Как же меня это бесит. Пошел-ка я отсюда. Короче, еще один говна. И оно все... А, нет, не все заново. Эй! Я могу назад не заходить, пожалуйста? Все, иди ты нафиг. Иди ты просто нафиг. Говно собачье. Теперь нам нужно вот сюда вот. Вайсикаудрон. Пошел-ка я туда. И побыстрее. А, еще паркур можно попробовать выполнить. Давайте выполним паркур. Ну сколько уже им баловаться? Так, 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 так. Так. Ой, блин, нет, пошел-ка я отсюда. Паркур у нас не выйдет, потому что сейчас подлагивает. А с подлагиваниями паркур невозможен. Просто невозможен, понимаете? Так, вот это место. И тут будет пещера. Вы ж помните логучие пещеры? О, боже мой. Только не говорите, что... Нам нужно заново... Нет, нам не нужно заново. Мы ж там вроде бы уже активировали. Или вот сюда нам нужно. Да, вот сюда как минимум нам нужно. В эту локацию. Icy Cauldron. О, серебряная, а ну-ка. Сундук сразу здесь есть. Так, пингвинов пока трогать не буду. Смысла в этом мало. Здесь кроме пещеры ничего нет, так ведь? Не знаю тогда, зачем здесь вот эти вот штуки сделаны.
Нет, там вроде ничего нет. Здесь только вот эта вот ледяная пещера. Кстати, вроде бы здесь не лагает. Фу-фу-фу. Ой, здесь серебряный тоже ключик. Окей. Серебряный сундучок. Так. У, смотрите, где она находится. Так, N. Как минимум сундучок здесь есть. Вот здесь вот. N. А, точно, у меня ж вот эти вот крутые сапожки. О, блин. А, я не могу сюда допрыгнуть. Сложная пещера. Хотя я ж могу сюда прыгнуть. Стоп, а вот здесь подъема случайно нету? Вроде нет. А отсюда до сюда мы не можем прыгнуть? Хз вообще. Что здесь у нас? Ух, блин. О май гад. Да тут целый очередной данж. Так. О, в этот раз угадал. Серьезно? Ой, опять. Да ну что за фигня? Во. Я открыл себе путь. Нужно, наверное, вторую открыть теперь. Хорошие. Хорошие головоломки. Лабиринты пазл. Интересные. Да уж. Бесячие, но интересные. Впрочем, это свойство этих головоломок лабиринтов. Быть интересными. Почти. Так, почти, блин. А, отлично. Чё-то я вообще туплю теперь. Ничего не можем разгадать. Тут нужны железные нервы. О! Это просто жестко.
Блин, да ну это издевательство. Все заново. Пошел-ка я отсюда, слушайте. Это не на данный момент мне нужно. А вообще, я отсюда аж могу телепортироваться нафиг. Я сюда пошел, все. Мне это не интересно. Просто не интересно. Abandoned Cave. Это мы помним. Значит, тут здесь еще интересная фигня была. Давайте туда попробуем сходить. В общем-то, надо везде попробовать. Будем пробовать еще не раз. У нас впереди огромная игра. Если что, это мы прошли только вот первый серьезный данж из 5. Еще будет 4 таких данжа. И еще будет 4 такой большой области. С разными типами климата и разными головоломками. Это просто... Я не знаю, как это описать. Чуваки действительно знали, что они делают. Если они смогли придумать столько всяких головоломок, выносящих все подряд, то это что-то да значит. Мастера данжестроительства. Труженики данжестроители. Карабкаемся на огромную гору. А туда зачем нам? Зачем нам туда? Не зачем. Просто там такая фигня вот. Ух. Блин. Так, и так, так, так. Да ну сколько можно? Во. Все, пошел-ка я отсюда. Чувак, ты так мне мешаешь, ты не представляешь, как ты мне мешаешь. Да еще и хорошо, что здесь все автоматически работает. Ага, куча снеговиков. Жесть. Look at this bunny. Посмотри на этого кролика. Он серьезно выглядит отлично. Отличающийся. Ты так не думаешь? Только не говори мне, что это легендарный кролик. Так мы и без всяких вещей могли с ним встретиться. Вау! Давай согласимся никогда не говорить об этом Джине, окей? Ах, обманываю Джину эту. Так, что это тут? Heaven Seed. Небесное семя. Я так понял, это для покупки чего-то нужно. Легендарное, а что с него падает? Тут эти грёбаные снеговики, которые на меня смотрят, но не атакуют, да? Интересно, он нас убьет? Пайквуд.
Так. А я его не могу бить. И снеговики меня тоже не бьют. Это странно. Небесный кролик. Небесный кроль. В общем-то, я не знаю. В принципе, зачем здесь все эти вещи? Вроде бы больше островов здесь не появляется. Ну, в общем-то, теперь вы видите, мы разведали. Lofty Heights. Здесь у нас все очищено, так ведь? Так что плюсик поставим. Ну и теперь надо, наверное, добыть каких-то вещей. Какие у нас задания есть? Задания, 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 квесты. Maroon 3, Айри Туампер. Кстати, мы все его отдали. Может, Айри Туампера нафигачить? На Repair Generator. Если честно, вот Repair Generator — это вот последнее, что я сейчас хочу. Надоело, надоело. Помню, где-то здесь были все-таки какие-то интересные вещи. Вот здесь, вот видите? Так, блин, лаги. Лаги, какие лаги нафиг? Хватит, хватит. Восемь FPS. Так. Все, короче, игра сдохла нафиг. На этом, пожалуй, я закончу серию, перезагружу игру и вообще позже продолжу.